Ни одного нового случая за сутки, зато в Кирове заработал штаб волонтеров для помощи людям в период распространения коронавируса. Пожилым людям помогают покупать продукты и лекарства. Сегодня волонтеры отработали первый сигнал и в ближайшие дни ждут наплыва заявок. За последние сутки ситуация по коронавирусу в регионе не изменилась. Новых случаев или положительных проб тест-системы выявлено не было. В городе по-прежнему 7 подтвержденных случаев коронавируса. Анализы кировчанки, которая вернулась из Турции, еще не готовы. Тест-система у нее положительная. А вот девушку, которая приехала из Германии и была госпитализирована первой, уже готовит к выписке. Сегодня в городе начала работать горячая линия для пожилых людей. Помогать пенсионерам будут активисты Общероссийского народного фронта совместно с движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Позвонив на горячую линию, можно подать заявку на покупку или доставку продуктов, лекарств и помощь при оплате услуг ЖКХ. Во избежание возможных случаев мошенничества стоит учитывать, что каждый волонтер, который приходит к пенсионеру с доставкой продуктов либо лекарства, должен знать специальный пароль. Этот же пароль будет знать и сам заявитель. Волонтерами уже отработан первый сигнал. 73-летняя кировчанка страдает хроническими заболеваниями и в период распространения вируса решила соблюдать домашний режим. Активисты купили и доставили ей продукты. Оплачивает покупки человек, который подает заявку. Волонтеры помогают пожилым кировчанам максимально сократить необходимость посещения магазинов и аптек. Горячая линия будет работать круглосуточно.